С вами Николай Пивненко в проекте «Дата». 15 января на календаре. В этот день появились на свет в 1751 году Матвей Платов, войсковой атаман Донского казачьего войска. В 1841 году Архип Иванович Куинджи, художник. «После дождя», «Чумацкий шлях», «Украинская ночь». Эти названия стали нам еще ближе после триумфальной выставки в начале 2019-го. 1891 год. В этот мир приходит поэт Осип Мандельштам. В 1906 году родился Аристотель Сократ Анасис, греческий судовладелец турецкого происхождения. В 1932 он положил начало тому, что стало крупнейшей независимой судоходной линией. А в 50-е годы прошлого века был одним из первых, кто строил супертанкеры. Но, пожалуй, самое главное событие в его жизни – женитьба в 1968 году на Жаклин Кеннеди, вдове президента США. 1917 год, день рождения Евгения Лебедева, народного артиста СССР, лауреата Ленинской государственных премий. Работал он тогда в Ленинградском Большом драматическом театре, сейчас просто БДТ. Снимался в кино, многие фильмы, вы, конечно же, помните «Поднятая целина», «Свадьба в Малиновке» и другие. Актер из прошлого, у которого играл буквально каждый мускул, а глаза были настолько живые, что просвечивали нас даже с экрана. 1929 год, день рождения Мартина Лютера Кинга. Он известен всему миру. Священнослужитель, борец за права американских темнокожих, лауреат Нобелевской премии мира 1964 года. И еще один день рождения. В 1945 году появился на свет Максим Исакович Дунаевский. Композитор, который написал огромное количество, как мы говорим сегодня, хитов. Но прежде всего, нашему поколению он прежде всего известен по музыкальному фильму «Д'Артаньян и три мушкетера». О некоторых событиях этого дня. 1478 год. Присоединение Новгорода к московскому государству. А в 1797 лондонский галантерейщик Джеймс Эттерингтон выходит на улицу в новом головном уборе, в цилиндре. И за это его штрафуют на 50 фунтов. А сейчас, мне кажется, в чем ни выйди, на тебя даже никто и не посмотрит. 1892 год. Правила игры в баскетбол впервые напечатаны в университетской газете города Спрингфилд, что в США. 1897. В России вводится золотое обращение. Появляются монеты из желтого металла, империал и полуимпериал. На золото обмениваются и остальные денежные знаки. Рубль на какое-то время, представляете, становится самой твердой валютой мира. 1920-й. Начинается триумфальное шествие джаза по Европе. В Германии в продажу поступает первая пластинка под названием «Tiger Rock», рядом с которой указывается, что это джаз. Ну а исторически джаз был блюзом, рэгтаймом, новоорлеанской музыкой, но стал называться «Jazz Music» лишь через 3 года. 1932-й. В Ленинграде на заводе «Светлана» изготовлена лампа накаливания, которая станет эталоном для советских световых измерений. 1943. По приказу Сталина все наклейки «Made in America» на товарах, поставляемых по ленд-лизу, должны заменяться на советские наклейки. Ну а в самой Америке в этом же 43-м году завершено строительство здания Пентагона. Общая длина коридоров 28 километров, офисная площадь 60 гектаров. Между этажами 131 лестница, 29 эскалаторов и 13 лифтов. Вокруг сооружения 45 километров дорог. 1949. Приказ Главного управления по контролю за зрелищами и репертуаром снять с дальнейшего производства и запретить использовать в открытых концертах, трансляциях и во многом другом записи Лидии Руслановой. Через 6 лет после смерти Сталина Русланова вернется из лагеря в Москву. Идти ей будет некуда, вся недвижимость конфискована. Но она начинает все сначала. Возвращается на сцену, все происходит триумфально, и удалось даже вернуть часть конфискованного имущества. Во всяком случае, картины 103 из 132, а впереди почти 20 лет жизни. 1956 открывается первая русская полярная станция «Мирный», а в 1973 Никсон прекращает все военные операции против Северного Вьетнама. 2001 начинает работу сайт Википедии со свободно распространяемым содержимым. Это был прорыв в общем единении мира. И сегодня Википедия один из главных электронных справочников. А уж если про тебя там кто-то написал, то ты какая не есть звезда. Но есть одно но. Не всегда хранящаяся там информация 100% соответствует действительности. Иногда так и хочется сказать по-нашему: ну не верю я.
2009 год. Экипаж американского аэробуса А320 спасает от гибели 150 пассажиров, посадив самолет с отказавшими двигателями на воду речки Гудзон. Ну и последнее. 1993. В США выходит в эфир последняя 2137 серия «Санта-Барбары». До сегодняшнего дня остается загадкой, почему сериал был закуплен у нас не с самого начала, а с 217 серии. Начавшись 2 января 92-го, мыло демонстрировали крайне нестабильно. Иногда показ прерывался на целые недели, а потом возобновлялся снова. Первый финал 5 апреля 99-го, потом второй 17 апреля 2002-го, когда вроде бы показали псевдозаключительную серию. Номер 1817. Какое-то время оставшиеся поклонники еще надеялись на то, что оставшиеся 97 серий им все-таки покажут. Они даже писали, требовали. Были такие лозунги: «Как известно, на Руси нету жизни без CC» или «Нам не надо ножек Буша, верните Круза, дорогушу». Так что, начавшись ниоткуда, сериал так и не закончился. Почти как в реальной жизни. Мы не всегда помним свое начало и мечтаем долго не заканчиваться. И не в мыльной реальности, а наяву. С вами был Николай Пивненко в проекте «Дата».